Уважаемые одесситы, приглашаю вас 21 июня в понедельник на вакцинацию. Центры вакцинации будут открыты в торговом центре «Мегадом», в торговый центр «Среднефонтанской», торговый центр «Семья» и в первой школе на Михайловской площади. Центры вакцинации будут работать с 9 утра до 18:00. Вакцинация будет проходить вакциной «Коронавак», одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Давайте позаботимся о своем здоровье и о здоровье наших родных.